Приветствую всех слушателей Светлого Радио. Меня зовут Александр, моя фамилия Скрипак. Я являюсь пастором церкви Алмаз, города Киев. Желаю вам меньше себя жалеть. Очень много поводов жалеть себя. И вся атмосфера, которая вокруг нас царит и давит на нас, это думать о себе, переживать за себя, жалеть себя, перестраховываться, чтобы где-то как-то не пропустить какую-то опасность. И, на мой взгляд, это перебор. Почему перебор? Потому что есть Бог, который очень заботится о нас. Он никогда не спит, он не дремлет, он всегда рядом, он всегда видит. И в то время, как мы теряем контроль, например, когда спим, он не теряет контроль в нашей жизни. Он содействует нам во всех обстоятельствах ко благу. Во всем он находит самое лучшее для нас. Он обеспечивает нас всем необходимым, как бы нам зачастую не нравилось то, что он посылает в нашу жизнь. Так вот, в атмосфере такой заботы, такой любви, такого попечения, когда еще и мы заботимся о себе чрезмерно, и все нам мало, и все нам страшно, ну, это перебор. Тот потенциал, который у нас есть, нам нужно отдать другим. Тем, кого Бог любит, тем, о ком Он хочет заботиться. И нам нужно просто себя посвятить людям. И Бог пошлет на нашем пути тех, кому мы могли бы передать тот потенциал, который мы оставляем себе или тратим на себя. Поэтому желаю вам возрастать в смелости, отдавать, отпускать то, что Бог посылает в вашу жизнь, не тратить это на себя. Достаточно для нас того, что Бог делает для нас. Пусть Бог благословит вас в этом. Додаток Світлого Радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.